Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы с вами начнем прохождение игр серии Call of Duty, или Duty Call, самой первой части, включая United Offensive, которую просил один из моих зрителей, а точнее зрительница. Отпишись, пожалуйста, в комментариях, что ты посмотрел это видео. Посмотрела, по-моему, насколько помню, ты девушка, судя по аватарке, включая также, что это аккаунт, как ты говорила, по-моему, или писала, что это аккаунт твоего брата или кого-то, в общем. Не суть важно. Объясню несколько моментов. Во-первых, если вы видите надпись сейчас, скорее всего, HD, потому что я поставил на эту игру HD текстурки. Не стоит ожидать чего-то сверхъестественного, вы особо ничего не увидите. Прежде всего, это было предназначено, ну, как бы, да, для меня, чтобы более лучше было качество. Второй момент. Значит, по поводу мода на реализм, который ты просила, чтобы я записал, прохождение с этим модом, объясню, почему его нету. Проблема заключается в том, что, как бы тебе сказать бы, проблема в том, что, короче, не заработала у меня с этим модом игра, она не запустилась. Там была ошибка какая-то возникала, мне бомбануло, я просто все бросил и забил вообще на эту дичь и даже перестал морочиться и возиться. Следующий момент. По поводу чего я хотел вам сказать. Не помню, что я хотел сказать, но поэтому давайте приступим к игре и не будем мучиться. Значит, у нас с вами на выбор 4 сложности. Ребят, я честно вам признаюсь, проходил на ветеринарии, это просто хардкор лютый, поэтому лучше поставим тяжелый. Если вдруг что, может быть, даже эту сложность поменяем, чтобы лишний раз пукан не бомбил. 9 августа 1942 год, лагерь Тока, Джорджия. Поехали, ножик у нас с тобой. Ёжик, как говорится, попе ножик у нас с тобой на главном экране. Вступительная у нас с тобой какая-то фотография, по всей видимости, двух разработчиков. Я не знаю, кто это еще может быть, вариантов нет. А, то, что я еще хотел сказать, сразу готовьтесь, игра в 30 кадрах в секунду. К сожалению, это особенности захвата в ОБС, и, к несчастью, 30 FPS поставить этой игре никак не... 60 FPS никак на записи сделать нельзя. У меня игра полностью плавная, у вас она будет в 30 кадрах в секунду. Даже если написано 60. Лагерь Тока, Джорджия, США, 10 год. Здорово, мужик! Как-то его... Его голос... Братан, у тебя... Твоя речь не соответствует движению твоего рта и голоса. Ага. Так, за моей головой, ребят, очень плохо видно компас, к сожалению. Поэтому, вот, собственно, он. Вам придется как-то с этим стерпеться, как-то с этим смириться. Иначе никак. Вариант было бы, конечно, мне бы передвинуть мою головешку в другое место, куда-нибудь, может быть, по центру экрана. Но для многих людей это неудобно, и многим больше... нравится, что она находится слева внизу, в углу. Более привычно и более приятно очень многим людям, поэтому оставляем, как оно есть. Значит, радар вы будете видеть лишь частично. Значит, давайте посмотрим. Так, посмотреть, что написано. Всегда перезаряжайся до того, как пойти в бой. Ага, хорошо, обязательно. Не делай некоторые ошибки. Всегда двигайся из ковра к ковру. Ну ладно, как скажешь. Атака. Двигайся вместе с командой. Атакуй. Только непонятно, почему у американцев, как бы это странно не звучало, постеры и плакаты с немцами. То есть, как бы мы, я не понимаю, в каком-то штрафбатальоне находимся, в штрафбате, использую гранаты, to flash out hard position, для того, чтобы... флешка, причем здесь флешка, я не понимаю, флешка вне тяжелых точек. Как скажете. Сапресс. Какой-то сапресс, какой-то фланг. Какой-то шерри подсвечено, что-то помечено. Слушайте. Я знаю... Бальзам «Золотая звезда», но вот как бы других звездочек я пока что нигде не встречал. Уж тем более на погонах у меня их точно никогда не было. 5 шагов налево. Окей. Слушайте, я, конечно, все понимаю, но если бы я попал бы на реальное какое-то поле битвы подобного формата, я думаю, что явно, очевидно, меня бы сочли за... За какого-то додика, у которого проблемы с головой. Такое чувство, как будто мы, знаешь, приехали с тобой в военкомат на прохождение медкомиссии. 3 шага влево, 2 шага вправо. А, окей. Ты чё? Погоди, не торопи ты меня разобраться, дай с управлением. Как, знаешь, прикол есть такой анекдот.
про военкомат. Приходит призывник в военкомат. И там заходит к окулисту. И окулист говорит: назовите буквы, которые вы видите. Призывник говорит: доктор, где вы? Годен, ему в ответ прилетает. Вот это то же самое примерно. В таком же принципу работает. Игра, я думаю, возможно, она будет тихой. Я потом посмотрю, как будет на записи. Проверю. Но я так понимаю, что вообще сейчас, наверное, ничего не слышно. Мужик, ты как ездишь? Так, обстакли курс, прикинь. Смотри, что происходит. Смотри, мужик только забегает, а как он... Как он резко там появляется, даже... Братан, ты... Тебе как, нормально так вообще двигаться? Посмотри, что за приколы. Тебе как, нормально вообще такое движение делать? Смотри, он только забегает в эту беседку, где держит руки, будто у него автомат в руках, оружия нет, ты как... Что за лол, слушай. Я знаю, я не знаю, как они называются, не помню. Есть такие, знаешь, как их звать? Как их звать-то? Скажи, я скажу, как их звать. Что за жесть? Как ты так съезжаешь, братан, по воздуху? У тебя, смотри, в просад как уходит веревка. Это же... Вообще, слушайте, по высоковольтным линиям такая себе затея на самом деле так ездить. Что-то жесть какая-то. У него что-то в руках появляется. Смотри, он держит руки, как будто бы у него автомат в руках. Слушайте, мне так кажется, что мы попали в армию для психически неуравновешенных людей, потому что патронов у нас здесь с вами нету, а люди думают, что у них в руках настоящее оружие. Посмотри, у него ничего в руках нету. Если вам не... Если вот мне лично не показалось, у меня пока что вроде как проблем с головой нету. У меня вроде как все в порядке. Перепрыгиваю. Голос, распространение звука просто отвратительное, просто ужасное. Что он оттуда издалека говорит, так, как будто бы рядом со мной. Окей, переходим. Неплохо. Давай, ложись. Да, это еще повезло, что здесь еще какого-нибудь говнеца не налили. Еще не по такой уж грязи. Давай, сержант. Нормально. Да. Всем лежать. Ты с кем разговариваешь-то? Всем. Я как бы здесь один, если что, так на минуту. Кто рядовые-то? Они все уже давно перелезли. Я один остался. А к нему я, наверное, не смогу, да, туда перепрыгнуть, так понимаю. Иначе мы с тобой игру сломаем. Слушай, какая у тебя прям четкая, я не могу, вот, жестикуляция. Тебе прям, знаешь, куда идти нужно? В цирк работать или... дирижером? Оркестром целым дирижировать. Здорово! Обсервер Тауэр. Обследовательная башня. Я знаю, обсервер Вард есть. Вот эту такую тему я слышал. Что такое? Стоп. Сдать все оружие перед выходом. Лол, простите, почему у меня наполовину переведено? Я не понимаю. Здесь одновременно обучается и российская, и американская армия, что ли? То есть как бы тут вроде по-русски, а здесь как бы вроде по-английски. А, либо это знаешь, что может быть? Это может быть, что вот эти текстуры были увеличены в 4 раза, а вот эти не были увеличены. Скорее всего, потому что у меня на русском языке полностью версия. И вот в данном случае те текстуры, которые были увеличены с надписями, сразу же можно будет отличить от других. Хотя увеличены сказали, что все вроде как должны были. Давай, получим дополнительные... Да. Главное, не столь отдаленного места, о которого не принято вслух говорить. А, ну да. Моя точность будет зависеть от того, насколько у меня нету проблемы болезни Паркинсона. Или атараксии. Ну да. Да, замечательно. Просто великолепно. Главное, он смотрит куда-то вот в ту сторону, как бы, а разговаривает со мной, такое чувство, как будто... Внимательно наблюдает за моими действиями. Ага, давай поменяем. А потом направо. Ну да. По мишени. Ну-ка, братан. У тебя на лбу он мишень, кажется. Ты как, живой? Нормально, лови аптечку. А почему у меня патроны не боевые, слушайте? Вы выстрелили в инструктора. Ну так он мне надоел. Слушайте, это же его проблемы. Если бы он меня бы не раздражал бы. А, опять заново. Да я уже все нормально держу. Все, да, из разных положений, все, сделали. Ничего хорошего на самом деле нету. Так, Спрингфилд. Ага. Ты посмотри, он такое чувство, как будто практически не дышит, насколько просто у меня прицел, насколько у меня прям четко к центру находится.
Как выстрелить? А в чем смысл вообще использования прицела снайперской винтовки, если у меня точность 80%? Да, что-то какое-то лицо у тебя не особо протекстурированное, братан. Я бы тебе его подправил бы, добавлю, сейчас меня опять выкинут. Такие действия. Спрингфилд. Карабин М1, Спрингфилд, давайте заменим. Давай. Если у тебя не три руки, ты можешь ага. Как бы... А, ну то есть... Как бы... Как бы... От того, сколько могу носить оружие, это не от количества рук зависит. Как бы я же не могу в двух руках, в одной руке одно оружие, в другом другое нести. А, ну да, серьезно, спасибо. Слушай, такое чувство... Чувство, как будто бы я в дурке. Реально. А, да, это... А... Армия для психически неуравновешенных людей. Потому что такое обучение, такое чувство, как будто бы явно у меня какие-то проблемы. А как мне надо это сделать? Как мне надо... Как мне надо? Во что мне надо ударить-то? Все. А, ну да. Прям великолепно, слушайте. Ага. Дырок. Дырка, как говорил... как говорил... Трудовик, дырка у тебя в заднице. А это техническое отверстие называется. Да. Разброс. Тут гранат вообще отличный, я вам скажу. Так, вот так туда. Хорош. Бах! Бах! А почему такое черное, я не понимаю, освещение? Реализм просто на минималках вообще... Я так думаю, что реализм здесь покончил жизнь самоубийством в этой игре. Это явно. Сектор. А как же сектор газа? Где противогаз? Да. Так, у нас с тобой наклоны есть даже влево-право. Прикинь, уровень кола... Уровень просто Warface с Battlefield 25-го столетия. Что это такое? Я бы не сказал бы, что я тебе партнер. Да ты что, серьезно? Ну да. Сейчас уже... Да, уже обратил внимание. Слушай, а нельзя эту вышку заминировать? Я бы сейчас бы вышку бы с радостью бы заминировал, чтобы он наконец замолчал. Да, прям великолепно. Ага. Уже начинаю. Так, а все? Ну, собственно, лагерь Тока мы с вами, ребятушки, закончили. Давайте по одной миссии будем делать запись, потому что предстоит готовиться к тому, что дальше будет просто жестко. Вспомнив того, что мы с вами даже не средний уровень сложности поставили, а высокий. Конечно, не самый максимальный, но все-таки я проверю сейчас громкость, заодно зайду, посмотрю. Если громкость будет слишком низкой, я, наверное, плюс 5 дБ просто громкости игры прибавлю, чтобы как бы вы хотя бы ощущали себя в игре, потому что я вижу по показателю в ОБС, что все довольно тихо. Так что на этом пока что все. Вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. С вами был ваш Фюранко. Спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро будет очень классно, круто, здорово и интересно. Спасибо еще раз. И пока-пока, ребятушки, не переключайтесь.